Вот это ты приложился. Болотник, ветку эту убери. Интересно такое, ну ты такой ехай. Просто проедем. Ну вот так вот проедем. Пули. Стой, конечно. Она привязана. Опа! Лучше было правее переезжать, там нормально. Тут бетон и там бетон. О! Первая находка! Денис, не по... Газу, газу! Хуйня, аккуратно. Да он опытный, знает. Это камень? Да тут у меня нога болит. Жопу загружай, жопу загружай! Садись! Бетон уклонится в стороне. Экшн, блядь. Ты тут это снимаешь? Я тогда не буду, ставлю на потом. Сейчас едем за Славлем мы на Воложен, уже с Воложен обратно за Славль. Первая заправка у нас будет только возле самого Воложена, то есть примерно через, не знаю, может 60 километров, с понятия, этими лесами. Мне бака, по идее, должно хватить, но, не знаю, мы переезжаем, например, один бродик, минут 20, полчаса.
Вот, уже один переезжали, но занял полчаса, покуда там квадроциклы, покуда не перевернутся мотоциклы, покуда проедут, там было пару падений. Прикольно. Вот сейчас у нас дорога будет сплошная через лес. Аж до самой заправки в Воложине. Негде будет ни купить покушать, ни заправиться, поэтому будем выживаться в день. Первая покатушка 2019 года. Так что катаем, наслаждаемся. Датчик. Ну тут кроме датчика, то есть либо датчик, либо еще руле в одном. Тачка. Ну, по моче нормально так тянет. Просто у меня не с привычки, что он, ну, мягче много. Я разжал просто компорт. Он мягкий. Ну да, такое прям по лесу самото. Вот такая вот пылища, ни хрена не видно. Приходится включать ближний свет фар. Все, тузик сдох. Саша, давай!
пришел. Минус один Skyline. Тихо ты, блин, не сглазь. Так что, раз он начал так чмыхать, значит, тогда там каюк. Посеял, надо проехать по треку обратно посмотреть, это валяется. Мне вывалился. Мы должны были там ехать. Я, блядь, за голову, мы не там поехали, вон там бродик должен был быть. Возвращаемся, вон там бродик хороший, там вот, 100 метров. Thank you.
что такое? Ой, бля! Зачем ты его утопил? Так тут же глубоко. Ему настолько надоел мотоцикл, что он решил его утопить. А вон едут. Thank you.